Добрый день, друзья! Сегодня у нас рассказ Юрия Дмитриева «Синий шалашик». Мушонок родился рано утром и сразу же стал летать над поляной. Да чего же хорошо, солнышко светит и еды сколько угодно. На каждом цветке сладкий сок, а захочешь пить, на нижних листьях цветов всегда найдется капелька росинка. Весь день летал мушонок и не заметил, как подкрался вечер. Набежали тучи, холодно стало мушонку, страшно. Он уже хотел заплакать, но в это время увидел бабочку. «Эй, мушонок!» – крикнула бабочка. «Лети за мной!» Смотрите, это маленькая мушка, муха, и поэтому его называют мушонок, а это бабочка, которая его спасла от одиночества. Мушонку сразу расхотелось плакать и полетел за бабочкой. Скоро они оказались около растеница с синими, похожими на колокольчики, цветами. Бабочка быстро забралась в шалашик, а мушонок за ней, и сразу ему стало тепло. Повеселел мушонок, а когда повеселел, оглянулся вокруг. Но в темноте ничего не было видно, только слышалось, как кто-то шевелился, шуршал рядом. Догадался мышонок, что он не один тут. Вдруг шалашик качнулся раз, другой, а потом что-то застучало снаружи. Сейчас медленно вот так тук-тук-тук. И потом все быстрее тук-тук-тук, тук-тук-тук. И сразу мышонок почему-то захотелось спать. Не знал он, что это капли дождя стучат по крыше синего шалашика. Кап-кап-кап. А в шалашике слышно тук-тук-тук-тук. Утром проснулся мушонок и удивился. Все вокруг стало голубым при голубым. Это солнце просвечивало сквозь синие стенки шалашика. Обязательно надо вечером вернуться сюда, подумал мушонок. Взмахнул крыльями и вылетел из шалашика. И опять он весь день весело и беззаботно летал над поляной. А когда начало темнеть, полетел искать свой шалашик. Искал, искал, но не так-то уже и не нашел. Да, где же найдешь его, если на поляне много таких шалашиков, и все похожи? Устал мушонок и забрался в первый попавший. А там оказалось не хуже, чем во вчерашнем. Так и стал ночевать мушонок в синих шалашиках. Часто вместе с ним ночевали и другие мушки, жучки, маленькие бабочки, комарики. Всех пустил к себе синий шалашик. Такой уж это добрый цветок, колокольчик. Смотрите, такие колокольчики, они как будто домики, и в каждом из колокольчиков то мушка, то червячок, то паучок, и все ночуют. Там тепло и очень даже хорошо. От дождя можно спрятаться. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующей встречи. Подписывайтесь на канал. До свидания.